Добрый день, дорогие друзья. Солнце, правда, светит в глаза, неудобно говорить, что специально снимаю, чтобы было видно вам. В этом видео я хотел вам рассказать про Гинго Билоба. Так же, как и Зимину, я Гинго Билоба зимовал в подвале. И вместе, в принципе, со Зиминой я ее достал, Гинго Билоба, на улицу. И вот это было одновременно в один день, что Зимина, что Гинго Билоба. А Зимина начала прорастать, ну, просыпаться чуть позже, а Гинго Билоба начала просыпаться достаточно рано. И вот сейчас уже, вот вы видите, да, вот такие вот уже почти 10-сантиметровые на некоторых экземплярах уже прирост. Где-то 7, где-то 8, где-то вот 10 сантиметров прирост. И вот что меня радует, что такой прирост, потому что видели, наблюдая за погодой, которая была вот в мае, в начале июня, вот эти колебания, то есть жара, холод, резкие перепады температур ночные и дневные. При этом это никак не влияет, она вот достаточно активно растет, развивается, и в принципе я думаю, что за сезон вегетации даст хороший прирост. И также вот многие меня спрашивали про Гинго Билоба, кто-то хотел, сказал, что в прошлом году осенью сказал, что хочет приобрести. Есть такая возможность, вот какое-то количество экземпляров будет доступно для продажи. Поэтому, если вам это интересно, пишите, звоните. Я на этом, думаю, буду заканчивать. То, что я хотел вам показать ее, что она прекрасно себя чувствует. И я думаю, что так и будет продолжаться. Вот она такая красивая. Гинго Билоба. Если вы не знаете, что это за дерево такое, рекомендую посмотреть, почитать в интернете про него. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Пока.